Вы знаете, всегда говорят, чтобы выглядеть на миллион, нужно тратить миллионы. А мы вас переубеждаем сегодня. Выбирайте для себя сегодня золотые наряды королевского стиля, но при этом экономьте вместе с нами. Ведь так просто сегодня на платье от нашего комплекта Меркелла я накидываю вот это уникальное предложение. И знаете, сколько сейчас чувств внутри, когда женщина облачает себя в золотые убранства, ну, поистине, королевское настроение внутри, это абсолютно точно. И это жакет Скарлетт. Все помнят знаменитый фильм про Скарлетт О'Хару, «Унесенный ветром», великую историю любви. И Скарлетт тоже стала иконой стиля, конечно же. Помнишь, Лена, как она шила для себя платье из бархата? Ничего не было, она шила его из портьеры. Сегодня у нас с вами есть варианты шикарного тренча, причем не в одном цвете. Лена выбрала для себя золото, но у нас есть еще интересные варианты. Давайте посмотрим. У нас есть с вами еще темно-синий цвет, и вот он, посмотрите. Но здесь совершенно необычно он выглядит, ведь видите, на черном атласном фоне. У нас с вами синие объемные цветы и золотом вышивка еще по ним сверху. Посмотрите на эту фактуру, посмотрите на эту роскошь. Вот уж действительно королевский наряд, по-другому здесь и не скажешь. И это у нас с вами новая коллекция бренда Благов. Это абсолютная премьера, еще нигде вы не видели этот невероятный тренч. Я вам больше скажу, у нас целых три цвета. Посмотрите, какой у нас еще есть с вами шикарный совершенно цвет фуксия, опять же с золотом. Мне нравится, Лен, ты знаешь, что у нас везде черный фон. Все-таки он немножко сдерживает, да, приглушает вот этот блеск, но при этом же и подчеркивает цветы. Ну и, между прочим, сам черный тоже поблескивает. Ты знаешь, такое чувство, что это какое-то напыление или нитка. Что это такое? Это вышивка. Нет, Лена, никакого напыления нет. Это вышивка, причем это золотое шитье люрексом. И больше того, я вам скажу, что у нас здесь с вами еще и сложная фактура, потому что этот люрекс проходит и по атласу, то есть по основному нашему полотну. Вообще, это у нас с вами парчевое полотно, вот здесь красота. Вот в самой своей основе. И это сложное, посмотрите, у нас с вами плетение, то есть это не краска, это нити плюс объем. Вы видите, что нам с вами делает сейчас возможность, дает показывать вот такую богатую, шикарную фактуру. Ну и ко всему прочему, мы с вами еще видим, что здесь у нас золотое шитье. Вы видите, вот они, нити люрекса. Это не краска, еще раз вам говорю, это не блестки насыпные, это шитье. Невероятной красоты. Ты знаешь, Лер, я такой ткани еще не видела просто никогда. Во-первых, мне очень нравится, что сами цветы у нас объемные. Да. Они кажутся как будто живые. И золото, просто обсыпанное полностью, наш тренч, действительно делает образ по-настоящему дорогим, статусным. Вот это для тех женщин, кто подчеркивает свой стиль, кто всегда впереди всех, кто всегда, может быть, занимает какую-то важную должность для себя. Именно для тех, кто хочет подчеркнуть свой шарм. Тренч Скарлетт со скидкой в 1900 рублей. У нас три цвета на выбор и размеры от 50 до 60. Как определимся с размером? Давайте, да, смотреть на наших девочек, и я вам сразу же подскажу размерный ряд. Здесь у нас с вами есть необходимость выбирать на размер побольше. Все-таки это тренч свободного силуэта, и сидеть он должен достаточно комфортно. Особенно при учете, что надевать мы его с вами будем на платье. Надевать мы его с вами можем с юбкой, как делает сейчас Марина. Хотя можем носить и просто как полноценный жакет, как делает сейчас наша Татьяна, наша блондинка. Выбирая в комплект брюки Тальяна, она просто застегивает полностью наш тренч. Застежка здесь высокая и позволительно совершенно легко носить его как отдельный жакет. Да еще какая застежка, посмотри, Лер, в виде броши. А давай посмотрим, куда спрятались остальные пуговички. У нас здесь с вами супатная застежка, так называемая. Что это значит? Это значит, что у нас с вами главная и верхняя пуговица играет декоративную роль, роль броши, а дальше застежка прячется внутри. На самом деле застежка у нас вверху на клепке, дальше на пуговице. Но пуговицы, посмотрите, как они хитро выполнены. Они у нас с вами находятся на планочке. Вот они, полу,
полупрозрачный, практически незаметный, как только мы с вами расстегиваем тренч. И застежки, сами петли, прячутся вот здесь внутри, во второй двойной планке. За счет этого внутри они есть, снаружи мы их совершенно не видим. Ничто не нарушает шикарную фактуру нашего тренча. Ну и раз уж мы с вами рассматриваем его внутри, давайте заглянем. Увидим, что тренч у нас на подкладе везде, полностью. Конечно же, мы не можем с вами выбирать статусную вещь без подклада. Это совершенно неприемлемо. Подклад везде, включая рукава. Гладкий, атласный, абсолютно шикарный. Но действительно, вещь, которая достойна внимания, вещь, на которую хочется смотреть и которую носить просто одно удовольствие. Мы сегодня выбираем для себя тренч Скарлетт, но это не просто тренч, это наш статус, это наш стиль, это наше королевское настроение. 1900 рублей – это ваша экономия сегодня. Какой цвет вы сегодня выбрали? В чем вы хотите блистать? В чем вы хотите сверкать? Мне нравится, Лера, что прекрасно смотрится как с брюками, так с платьем. И скажи, с какой обувью можно носить еще? Можно носить на каблуках только всегда? Но вообще, да, такой тренч предполагает, конечно же, каблук, поскольку у нас с вами образ вечерний, согласитесь, это вариант нарядный, это вариант праздничный, и, конечно, предполагается обувь на каблуке. Но все-таки как легко подобрать комплект? Мы можем выбирать брюки, можем выбирать юбки, можем выбирать платье, как делают сегодня Татьяна и Елена. Причем темно-синий и черный цвета будут уместны в любом исполнении, а еще хорошо подходят те цвета, которые есть у нас с вами на тренче. То есть Таня к своему, например, может выбрать фуксию, платье или блузу абсолютно легко. Кстати, давайте обратим внимание на длину. Так. Мне нравится, здесь длина 95 сантиметров, естественно, плюс-минус 2, в зависимости от размера, поскольку всегда есть градация лекал. И, конечно же, мы понимаем, что это полноценная верхняя одежда, не только тренч, но легкое пальто, потому что длина позволяет закрыть платье. Ну, подскажи, Лера, вот если, например, у моей мамы покатые плечи, как будет сидеть на ней тренч? Потому что многие женщины, у всех разные фигуры, а хочется, чтобы эта фигура казалась точеной. Вы знаете, здесь предусмотрены подплечники, при этом, что важно, я их вам даже не продемонстрирую, поскольку они убраны в подклад. Вот это я вам должна сказать показатель, ну, вот пошива класса люкс, да, которая позволительна именно дорогим брендам. Вот здесь внутри у нас с вами спрятаны подплечники, это бренд Благов, и это у нас с вами новая осенняя коллекция. Это только-только-только вышедшая модель. Кстати, специально для нас выполнены. Я предлагаю вам еще раз посмотреть на нашу ведущую, я предлагаю полюбоваться на наших девочек и выбрать свой образ. Успейте забрать его для себя, просто отложите. Вот сейчас сделайте свой бесплатный звонок, оплатите потом в любое удобное для вас время. Главное положить на него руку, так сказать, оставить его именно для себя. Сделайте это, звонки бесплатные, 15 дней гарантии. Но вот я уверена, Лер, когда женщина появится в таком тренче, я представляю свою маму, да, действительно. Ох, как она поразит своих подруг. Конечно, шикарный совершенно внешний вид. Вы действительно будете блистать в прямом смысле этого слова и выглядеть на миллион долларов, потратив всего при этом чуть больше 3000 рублей. Выбирайте на размер побольше.